Для сотрудников полиции, которые призваны защищать жизнь людей, морозная погода и покрывающаяся льдом река не стали препятствием для спасения жизни человека. Происшествие случилось днем 30 января. С моста между Славянском и Трудобельками упала молодая девушка. Это заметила проезжающая мимо женщина и сообщила сотрудникам ДПС Красноармейского района, которые дежурили на посту неподалеку. Сотрудники незамедлительно отправились в указанное место и увидели в реке девушку, которая пыталась бороться с течением. Увидели, что девушка находится в воде, примерно на 10-15 метров от берега. Начали разговаривать с девушкой и говорить, чтобы она работала руками и ногами, чтобы кровь гоняла и не засыпала ничего, так как вода минусовая температура, а на улице минус 10-12 градусов минуса. Вот. Девушка послушалась нас, начала работать руками и ногами, потихоньку плыть. Вот. Доплыла вот до данного места. Я разделся, залез в воду, вытащил. Напарник тоже зашел в воду, вытащили. Оказали первую помощь. Попутным транспортом отправили в Трудобелики, в приемный покой. Оттуда ее в реанимацию в Полтавскую. Терявшую силы девушку удалось спасти. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Причину и обстоятельства произошедшего выясняет следствие. Руководством отдела МВД России по Красноармейскому району Краснодарского края решается вопрос о поощрении сотрудников старших лейтенантов полиции Дмитрия Евдокимова и Сергея Дегтярева. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».